Чи пам'ятаєте ви зі школи основні види образотворчого мистецтва? Це графіка, живопис та скульптура. Про те, як проходить навчання в художній школі та робота в майстерні скульптора, далі у сюжеті. До мастерської ми ділимо з отцом. Тут дуже багато храниться всяких наших робіт з ним і взагалі просто якихось артефактів. Есть вот работы художниц в определенных кругах, очень известные. Вот Аникиной, вот «Родина мать». Такая работа, которую многие знают, она штамповалась из гипсика. И была серийная такая карикатура на ту известную скульптуру «Родина матери». Есть каски военные, череп. Это все было где-то там, где мы жили раньше. Там раскапывали улицу, нашли очень много, коммуникации, типа трассу, и вот это все выкидывалось просто на кучу. Академия нанимает натурщиц, которые позируют в то время, когда мы лепим. То есть мы смотрим прямо на нее, изучаем, как устроено тело, как его изобразить. Главное это было научиться лепить человеческое тело и сознанием анатомии. Спустя годы я понял проблематику, которая прослеживается во всем этом учебном процессе, что мы объективируем как-то человеческие тела, и в таких скульптурах, да, тут есть портретная схожесть с той натурщицей, которую мы лепили, но вместе с тем ее личность никак не проявляется в этой скульптуре. С глиной, которую я слепил изначально, занимаются гипсовые слепки. И они потом собираются в цельную штуку и заливаются гипсом. Ну, так как не полностью заливаются, можно сделать с волокном, армируется волокно, чтобы было густотело, чтобы это было легкое, можно было переносить скульптуру. Эскизы, инструменты и тому подобное, все здесь хранится у нас. Вот есть даже ухо Давида. Самая известная скульптура, она является учебным пособием. Его часто используют в учебных заведениях, которые учат рисовать, лепить. Натурщиков нам всегда подбирали мускулистых, подкачанных или худых, а натурщиц нам подбирали всегда круглых, нежных и физически не сильно развитых. Мы не проявляли, собственно говоря, получается, какую-то разницу между мужчинами и женщинами.